Всем здравствуйте. Сегодня погнали мы на Вороне в лес. Все тем же делом заниматься. Дразнить лосей. Сегодня едем далеко. Солнце еще высоко. Ну и мы только отъезжаем от деревни. А сегодня будем пробовать на живца слазить. Я, наверное, с Ворона не буду. Буду ездить на нем и дудеть в баночку. А что получится, поглядим, да, Ворон? Ну все, погнали мы. Едем в большой, не буду шариться последний раз. А потом больше ворона не догоним. Мы их догоняем последний раз. Так что его уйдет. Ну а пока гоним прямо нам до первого лося. Лес-то, конечно, большой. Но, оказывается, тут он сильно захламлен. По такому лесу нам от лося не убежать. Но мы тут зато можем лося изображать путем. Ну, все, движемся дальше. Лось где-то должен быть там. Едем мы сейчас туда, и потом, если никто нигде не откликнется, то потом на дальний край. Я скажу, пешком, когда идешь, удобней. По крайней мере, слышно гораздо лучше. Сейчас еще ворон после бега. Сейчас скоро отдышится, тише будет дышать. Громко дышит. Ну и трава шумит. То у меня две ноги, то у него четыре. Ну что, зато мы так быстрее больше проедем. Это старый залом. Ворон должен как бы тоже здорово ощущать, когда кто-то рядом есть. Тем более, у меня одно ухо почти не слышит,
определенные звуки. А у него уши слышат хорошо. Вот, Лёшка, есть одна лосиная. Значит, мы движемся в правильном направлении. Нету лосей. Тишина. Вот лес, когда рядом здоровый. Эхо такое в лес идет. Может, оно пугает их. Перед этим-то, где был, там совсем другая местность. Там такого раската нету. Проехали уже больше десятка километров. 8 мы не слышали, не видели. Как будто его в этом углу и нет. Он косуль, зато тут много в полях было. Вечно голодный, у меня хоть травы зеленой поест нормально. Я рассчитывал, что вот где-то вот в этом углу есть бык здоровенный. Но пока никого нет. Только ворона приманил. Двух даже. Сегодня, видимо, он у меня банка настроена на ворона. Едем дальше. А мы все едем, едем опять по новым местам. Видимо, старая дорога какая-то была, как я понимаю. Слева лес, края не видно. Справа вон там полянка. Ну, туда тоже вроде лес большой. А нет, полянка, вон еще одна. Места должны быть вообще тут богаты дичью. А нету. Ну что, через полчаса уже будут глубокие сумерки. Не знаю, камера сейчас видит как. А лося мы так и не нашли. Хотя вот сейчас заехал в знакомые места. Как знакомые были, это дважды всего. И тут много было заломов старых. И прошлогодних, и совсем старых. То есть лось тут появляется. Но тишина. Ворона только
Желудок меня пугает периодически разными звуками. А так, все, сейчас будем заворачивать в сторону дома. Нам до дома километров 15. Пятнадцать, это я много сказал. Ну, наверное, на этом и все. Позднее камера уже ничего не увидит. Вот все-таки есть следы. Недавно он тут был. Уже сухая березка. Ну, ты что, ты с ума засходил? Наломано. Может быть, сегодня? Что-то у меня этот с ума засходил. Труд стоит. И он туда, он кусты дальше. Но я с той стороны еду. Сильно наломаны. Разной давности, про которые я говорил. Поэтому он сейчас отпустил, он рванет бежать. Что-то чует. Вот в поле еще. Это прошлогоднее наломано. Может, даже позапрошлогоднее. Вон там впереди еще березку вижу сломано. Тоже старая. В общем, он вот этим местом, видимо, поляной ходит, что ли. Ворон тут как-то себя ведет беспокойно. Возможно, он что-то слышит, что я не слышу. До этого смотрел он туда, сейчас смотрит туда. Как по мне, так не знаю, или я уже что пытаюсь слушаться. Такой звук, что как будто там козлы бегают. Процентов кого-то уже заметил. На нас какой-нибудь охотник скрадывает. Я никого не вижу.
меня смотрит. Кто-то его там пугает. Ветра нет. Так бы я мог подумать, что он кабанов почуял. Он с ними вообще не дружит. Но так как ветра нет, почуять он их по ветру не мог. Он либо слышит, либо видит. Где-то краем кто-то ходит. Мы сейчас попробуем. Маленько открытым местом пройдем. Может, спровоцируем. Айда. Айда, не бойся. Айда, айда, айда. Мы же с тобой быстро гоняем и свалим отсюда. В случае чего. Хоть бы на краешек, да, ворон вышел, показался.